узнать, как электронная коммерция развивается в вашей стране. У нас действительно тоже сейчас одним из приоритетов развития является цифровизация экономики, то есть принята программа «Цифровой Казахстан», которая призывает вот различные отрасли, значит, в нашей стране сфокусироваться на именно на диджитализации или на цифровизации их деятельности. Поэтому для финансового центра тоже поддержка интернет-проектов, инновационных проектов, проектов в сфере электронной коммерции, которые, отвечая на ваш вопрос, пока находятся в таком, наверное, в молодом еще состоянии, то есть только начинает развиваться. Поэтому при приход китайских компаний, их трансфер их технологий для нас был бы очень полезен. Особенно вот мы восхищаемся, как был вопрос решен там, финансовой инклюзивности, или такие компании, как Tencent, внедрили вот передовые технологии, или вот мессенджер WeChat, через который можно не только пересылать сообщения, но и также оплачивать любые услуги. Я думаю, что это наше будущее, которое значительно изменит и ландшафт, и финансовый сектор, упростит жизнь людей, и в целом как бы Казахстан приведет к дальнейшей точке своего развития. Мы очень хотели бы наладить соответствующее сотрудничество и создать условия для прихода китайских интернет-гигантов на наш рынок.